Турция нацелена на обнуление выбросов парниковых газов к 2053 году. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Современная Турция делает ставку на технологическое развитие и научные разработки, зарекомендовав себя в качестве крупного промышленного центра, указал глава государства. По его словам, цели развития страны на период до 2053 года основаны на зеленых технологиях. Реджеп Тайип Эрдоган также выразил уверенность в том, что эффективно используя имеющиеся возможности и развивая технологии, Турция продолжит намеченный курс и добьется поставленных целей. Наша цель – выполнить все обязательства, взятые страной на себя в рамках Парижского соглашения по климату. Вместе с тем, нам известно о попытках отдельных стран Запада принудить Турцию принять условия, которые они сами не выполняют. Сегодня мы видим, что в Европейском Союзе, самом крупном экспортном рынке Турции, готовят соответствующие изменения в законодательство.